Здравствуйте. Не знаю, что это получится, но что-то получится. Раколовка, в общем. На Дону. Сейчас закину тут мясо говядины и мясо курицы. Сейчас узнаем. Ну, в смысле, как сейчас? Через 2 часика проверим, узнаем, что получится. Все. И будем ловить еще сегодня на бомбарду. Тоже не знаю, что получится. Но что-то получится. В общем, вот такая вот снасть, который состоит из большого такого поплавка, который можно далеко забросить. Ну и крючочка. Можно с опарышем, можно с червяком, можно вообще мушку сюда привесить. Или воблер, даже небольшой. Забрасывается она, ну, не знаю, метров на 30 можно, на 40. Называется эта снасть бомбарда. Применяется она при ловле чехони, главля, может быть, жереха. Ну вот пока поклевок у меня не было. Кажется, что-то дернуло. И что-то было даже, кажется, да, и есть походу. Чехонь. Это чехонь. Реально чехонь. Так. Наконец-то я что-то, хоть что-то стоящее поймал. Бомбарда рулит, ребята. Хорош? Селедка, да? Посмотри. А вот на донку, например, вообще ни одной поклевки так и нет. Лягушки квакают дико, а поклевок больше не было. Кого я поймал? С прошлого года вас не видел, сударь. Бирюк. Хороший. Ну, в общем-то, было еще немножко поклевок, чехони или не знаю кого. Ну так, слабенько. На донку больше мне никто, кроме бирюка, не попался. Но в принципе, это первая рыбалка, хотя бы чтобы я что-то поймал на Дону. Хотя бы 2 рыбки уже хорошо. Но вообще бомбарда очень интересная снасть. Я думаю, буду развивать себя в этом деле. Куплю еще себе не только плавающую, но и какую-нибудь тонущую. Может быть, которая плавает в толще воды. И буду также использовать. Ну, вообще очень интересная снасть. Можно поставить и крючок побольше, и мушку поставить. Можно и на жука попробовать, главля выловить какого-нибудь. Потому что перспективы здесь есть. Вообще тут кайф, конечно. Лягушки сегодня такой концерт устраивают. Это просто ужас. Ну, хочу также проверить свою снасть. Раколовка. Потому что буду уже потихоньку собираться. Поэтому хочу посмотреть, попалось ли что-нибудь там или нет все-таки. Сейчас перекинем бомбарду.
Недалеко ее заброшу. Пускай ловит. Попробуем, что тут у нас произошло. Какие-то маленькие совсем рыбки. Вот это даже не знаю, что это такое. Ну, два попочка, окушок. И еще какая-то рыбка маленькая. Ну, в общем, раков нет. Не попалось нам раков. Попались какие-то маленькие совсем рыбки, которых я отпустил. И все. Ну, ничего. В следующий раз как-нибудь. Двух рыбок поймал и... То хорошо.